Все больше российских солдат рассказывают своим родственникам о своем негативном отношении к командованию и российской власти. Новый телефонный разговор оккупанта с женой перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины. Российский военный говорит о больших потерях личного состава и утверждает, что чеченская и афганская войны вместе взятые – это были ясли в сравнении с боевыми действиями в Украине. Я не люблю нашу власть. Помолчи, Виталь. Началось. Патриотка. Нет, по телефону. Давай мы не будем об этом разговаривать. Я знаю твою позицию, ты знаешь мою позицию. Мы с тобой это можем обсудить, но мы обсудим с тобой это лично. У восточника, кстати, приехали, получили уехали. Нам сказали, что ростовскую часть, я не помню, какая, что за часть, разгромили. Там практически никого не осталось, и сейчас набор туда очень большой. Всех подряд берут. Всех подряд? Все едят. Я имею в виду всех военных. Это понятно, это они. По контракту всем пытаются подписать, потому что разгромили прям всю практически часть. Да тут вообще пи***ц, я ж тебе говорю, Ник. Чеченская и афганская вместе взят, да тоже там ящички. Будь аккуратен, я тебя прошу. Да я вообще аккуратнее, не знаю. Какого-нибудь ленивца, наверное, аккуратнее.